Сейчас посмотрим, чтобы все было хорошо. Так, Чен говорит, что у него что-то не ок. Поверим ему на слово. Касп, как думаешь, сколько процентов в Dota 2 не заслуживают ключей? Не знаю, половина, наверное. Около половины. Угу. Так, ну и что? Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Да, с вами по-прежнему Каспер, с вами Киберарена. Не успел я немножечко начать, у нас тут была очень плотная драка. Очень-очень жесткая, еще до выхода крипов. У нас счет уже 4-1 в пользу команды Dignitas. Играют они против Team mTw. Так. Ну да-да-да, это для тех, кто там будет потом смотреть записи, чтобы они все понимали. Давайте посмотрим, кто на ком играет и так далее. Команда mTw. Бенцер у нас шпилит на Лишраке. Туликс на Ancient Apparition. Пепе на Тинике. The Barbarian, собственно, Венги Фулл Спирит. И Синдерен на Тайт Хантере. Команда Dignitas. Зизу на Личе. КВМ на Дарк Сире. Фризер Потм. Коко у нас играет на Чене. И кого мы еще забыли? А, или он у нас играет на Леорике. Обратите внимание, да, Леорик сейчас у нас уходит в мид. Так. Ну что, все, поехали? Ну, давайте, давайте. Да, уже преимущество. Так, 750 голды просто у пацанов. В плюсе. Нормально так. Заезжают. Такс, ну давайте-ка, давайте. Говорят, мобов нет, а уже второй левел у половины. Ну как-то так и есть, да. Вот второй у Патмы, второй у КВМа на Дарк Сире. Второй уже сейчас будет у Леорика. То есть стоять будет, конечно, очень-очень удобно. Нет, не знаю, не знаю, какой сегодня выйдет герой. Да, вот второй получает себе Леорик спокойно. Тини, кстати, с половиной второго уровня. Ну, такое. Хотя Леорик уже второй с половиной. Понятно, что опять драки, что ли? Да, тут вард, кстати, поставили. Синдерен. Так, ну и смотрим пока за Фризером. Да, Фризер сейчас купит какой-то тапок, да, именно так. Ой, да ладно, не успел купить себе тапок. Точняк. И курицы, что ли, нету? Да, реально нету курицы, такой лу... А, курица, вот она, курица бежит, все хорошо, сейчас принесет ботинок по тьме. Ладно, у нас тут обход. Обход со стороны команды Mortal Teamwork. Идут они гангировать Леорика в мид. И у них это, скорее всего, получится сделать. Да, это минус Леорик. Все, можно смело это говорить. Тут просто уже не простят трое игроков команды Mortal Teamwork. Ну вот, как бы насыпали. И все. Хотя вроде бы бежит пока. Да ладно, ну быть такого не может, я думаю, чтобы этот пацан убежал. Хотя маны нету, нет, залетает стан, это минус от Winged Full Spirit. Барбарин достается фраг, счет становится 4-2. И КВМчик. Против Туликса пока здесь стоит. Все у него хорошо. Говорят, что Атропоса должен добавить. Нет, ну Атропос добавлен в тестовой версии Dota 2. Мне кажется, что сегодня, ну точнее завтра, он должен будет оказаться в обычной доте. Обычно именно так и происходит. Тем более будет очень интересно понаблюдать за Атропосом. Да, еще раз, у тех, у кого подлагивает, ставьте 720+. На 720+, вот я смотрю, вообще все отлично. Не знаю, в чем разница, почему так происходит, но опять же говорю. Так, Зизу встреет здесь, кидает стан. Хорошо, кстати, Леорик выбрал Тини для того, чтобы закинуть стан, но тем не менее Тини насыпает, и Зизу умирает от рук Венги. Синдерена блочит четко Леорик, минус Синдерен. Отличная игра у нас тут. Товарища Леона, красавчик просто. У него еще и черепушка осталась. Коко тем временем продолжает себе спокойно фармить леса, а Фризер уже с тапочком. И вопрос... Насколько быстро он ощутит свою мощь и пойдет быковать. А, вот, пошел. Понимает, что Бенцер ему ничего не может противопоставить со своим вторым уровнем.
Там под, как бы, Arrow Starfall и до свидания Бензер, если чего. На топе у нас тем временем на лоу хп. На лоу хп ушел Туликс. Ну, в принципе, КВМ остался не намного целее. Только вот с той разницей, что у КВМ есть Ring of Health, а тут есть тангусики. Вот нельзя, нельзя подходить Туликс. Он это тоже прекрасно понимает. КВМ сейчас купит себе еще одно колечко, скорее всего. Нет, купил все-таки Субимаск. Думал, может, сразу с пайпа начнет. Нет, все-таки это будет Soul Ring. Так, ну, Фризера. У Фризера сейчас будут проблемы. Да, у него нету липа. И это минус. Патмак. Да. Игрок команды Dignitas погибает. 5-4 счет. Смотрим за денежной ситуацией. 1500 в плюсе пока что Dignitas'ы. По фарму, если в личном зачете понаблюдать, 1300-1300 у КВМ и у Фризера, 1100 у Леорика. Вот у команды МТВ только Бензер имеет в своем активе больше 1000. Ну, хотя Туликс тоже там близко совсем находится к этому показателю. Леон, Леон, Леон. 965 голды. В принципе, я думаю, что если МТВ затянут, им вообще ничего не светит. Леорик не прощает. Леорик закапывает все, что шевелится. Ну, опять же, все, что не шевелится, он шевелит и тоже закапывает. Это баян-шутка, но, тем не менее, она тут будет действовать как никогда. Вот сейчас вчетвером будут заходить под тауэр. Может, отличный врыв получится. Чем, кажется, это просек. Да-да-да. А, и там тролль просто бегает, поэтому контору всю эту спалили. И сейчас, сейчас, главное, чтобы Зизу здесь не спалился. Опа, проблемы у Зизу. Да, залетает сразу же стан Лича. И это минус товарищ Лич. Да-да-да, Лишрак забирает. Тут на хосте пипец спешит в мид. Подкинул, насыпал, не будет. Ну, по идее, мог навести тени шороху. Конечно, тут у Винги не было маны. Зато вот... Ой, насыпали! Да, и не... тени не получилось кинуть Леорика. Хотя попадает вроде бы станом Леорик. 300 хп остается, пытается убежать, закидывает сам Лишрака. 130 хилсов! Нет, все-таки убьют его здесь, безусловно. Да, вчетвером по таурам побегали. Но могли сделать это все намного быстрее. Но тени не повезло с рандомом. Не того закинул на Тайдхантера, так бы. Думаю, разобрали. На самом деле, тени нужно было просто подойти к, к Леорику, подкинуть его, насыпать, и все. И там подошел Тайдхантер, разобрали бы без особых проблем. А так сейчас... Нет, маны пока не хватает. Хотя вот сейчас баночку выпить, если чего, будет на то, чтобы забрать Лича. Дьяволик. Спрашиваю, да, кстати, что это за турнир? Забыл всем представиться. Это It's Gosu Monthly Madness. Вот... Те квалификации, которые мы смотрели с участием команды Darrr, это именно тот турнир сейчас мы смотрим с вами. Это первый круг. У нас, я потом, наверное, где-то у себя запущу ссылочку с этим турниром, чтобы вы посмотрели, кто с кем играет. Там играют отличные команды. Будет очень много жестких заруб. Да, я договорился за трансляции. Все у нас будет вполне легально, круто, надежно. Так что... Ожидайте, ожидайте очень интересные матчи. И 10-11 будет Dignitas Invitational. Будет очень много действительно интересных баталий в ближайшее время. Так что следите за анонсами, не пропускайте ничего, и будет вам счастье. Если, конечно, вам интересно наблюдать за дотой. Да, Вилат обещал ворваться на ЕГЭ против Quantic. В принципе, мы хотели посмотреть, точнее, я хотел посмотреть одну вот эту игру. Если Вилат не будет стримить ЕГЭ Quantic, то я воруюсь еще на них. А так, если он будет их стримить, то вполне вероятно, я останусь на этой трансляции для того, чтобы, опять же, максимально эффективно предоставить вам информацию по поводу проведения турниров. Да, вот сейчас смотрим. Боже, сколько всего. Полцарства за Урсецкого. Да, минус Урса. Красавчики. Тут, кстати, Леорик в миде пока развлекается. Счет у нас тем временем 5-8 уже в пользу команды Mortal Teamwork. Вот так вот. Говорят, 5-6 будет турнир от Fnatic. Не знаю, не знаю. Надо будет почитать, полистать. Может быть, что-то действительно интересное и нарисуется. Ну, тут опять Чен может встрять. Даже не может, а он, скорее всего, встрянет. Да, ну все, минус Чен. Один минус армор поехал. Гаш. Чен проедает. Ну нет, тут просто две плюшки и все. Да ладно, боже, Винга, что ты делаешь? Просто хит-энд-ран, нет, на развороте Чен делает отличный фраг. Хорош, КВМ. Ульт аппарата вообще уже в никуда.
Не, на самом деле там Винга затупила, она могла просто хит-энд-раном с двух ударов забрить этого Чена и вообще не оставить ему никаких шансов. Ну, что-то вообще не очень. Да, Чен спокойненько спрятался в деревья, отхилился баночкой и клал с высокой башни на товарища Вингу. Так, расписание игр можно наблюдать... Не знаю, расписание трансляции, я могу вам сказать, где можно наблюдать. Это у меня в группе, у Вилата в группе. Все самые интересные матчи мы стараемся освещать. И, безусловно, будет вам что посмотреть. Тем временем забрали КВМ втроем на топе. Да, 7-9. Но преимущество по деньгам по-прежнему за командой Radiant. Как бы это ни было странно. Опять же, Леорик, я думаю, вряд ли просит. Вот сейчас Пипе, не стал ли он, кстати, за ним нырять. Тут фулл мана. В принципе, Леону это как бы фиолетово. У него 1200 хилсов. И Тини даже с фулл прокастом ему, если половину забреет, и то будет хорошо. Хотя вот тут уже... Так. Пипе еще плюшечку хорош. Боже, просто в соло. Да что ж такое? Что творят? Что творят канадцы? Так, что у нас здесь? Опа, Патма в инвизе сейчас палит двоих игроков. Mortal Teamwork залетает, Эру хорошо в спину, сейчас Барбария на настиг, есть! Бас! Старфола хорошо забрила, но нет, забрали все-таки Лича. Патме, Патме надо валить под Диаболиками, она там нормально терпит, потеряла порядочное количество здоровья, но вот у нее есть ботл. Поэтому Патма довольна, Патма счастлива. Пипе лучше близко, конечно, не подходить. Тут уже Т2 Тауэр потихонечку сыпется. Опа, такой крип полетел в адрес Фризера. Ну, правильно, Фризеру надо было что-то выпить. Так, руна у нас появляется внизу. Внизу, кстати, лежит реген. Тини спешит. Тини на помощь, да. Опа, оверсут и дисконнект. Так, Тини бежит. Вот эти уворачивается, зараза, да, там... Боже, что они вообще творят, посмотрите. Очень жесткие ребята. Да, там Дарксира тем временем забрили. Вот здесь наверху. Я где-то слышал мега-килл, но у меня вообще ничего не отобразилось. Подумал, что какой-то баг. Так что, ничего страшного, не переживайте. 9-11. Пока что у нас счет. Так, и Леон. Ой, собирает себе армлет, безусловно. С армлетом будет пацан крошить лица. Обычно фраза немного по-другому звучит. Ну все, это минус Пипе еще раз, я думаю. Хотя нет, сейчас если хорошо насыпет, подкинет, то все будет у него хорошо. Да, отлично, откидывает Леорика, выпивает ботл, сразу же ТП на Тауэр. Леорик, еще один удар. Есть ласт хит, хорошо. Но у Леона ведь еще есть алтимейт, так что, в принципе, он может спокойно сейчас бодаться с Синдереном. Сейчас КВМ ему поможет. Да, есть Iron Shell! Iron Shell! Синдерена стягивает, еще плюшка Синдерен. Рэвэйдж! И КВМ сейчас от... Огромные проблемы, да, чайник от Лича залетает. Леон уже отпавнился. Иди сюда, родная Винга. Скелетон Кинг, киллинг спри. Крипа еще, ваншотом. Опа, на развороте Синдерену два крита. Да ладно, вы посмотрите, что происходит. Что творит этот изверг. Так, пытается тут поворачиваться от станов. Да, не получается это сделать. Это минус Леорик. Леорик, да ладно, уворачивается, отлично. Но сейчас от Тоса не увернется, да, это будет фраг. Причем фраг достался рейнджовому крипу, красава крип. Вот это махач, вот это драка. Там два крита, такие халявные просто прошли, это жесть. Я думаю, Синдерен там очень сильно плевался, когда в него заехало два крита подряд. Так, ладно, что там у нас у Чена? У Чена ничего интересного нету. Понятное дело, пока еще слишком рано, хотя уже вроде бы 13 минута. Дараксир у нас с Сол Рингом вместе с Личом пытаются донейт Тауэр. Да, поофигевать в словесной форме можно на канале в Мирке Каспер на Quake.net. Каспер пишется с тремя R в конце, не забываем. Патма собирает себе Diffusion Blade, я так думаю. Да, а тут у нас, кстати, проблема у КВМа. Его очень плотно напряг здесь Туликс, хорошо попал алтимейтом. И только Зизу здесь остался, у него ульт на КД, поэтому особой драки и не вышло. Так, Пипе, такой быковатор жесткий, посмотрите, просто
пытался убить Патму недалеко от Тавра. Патма понимает, что надо валить на базу, и правильно все делает товарищ Фризер. Да, говорят, вот если у кого-то лаги, юзайте 720+, 720+, будет у вас счастье. Поддерживаю эту тему. Не знаю, с чем связано то, что вот подлагивает низшее качество, но на 720+, я вот смотрю, все идет просто идеально. Да. Но опять же, для этого вам нужен интернет хотя бы 1,5 мегабита. Я думаю, что в любом более-менее цивилизованном городе такое есть. Так, Леорик, где там твой армлет уже? В принципе, скоро появится армлет у Леорика. Пора уже избавляться от слова «в принципе». Что-то я как-то часто его стал употреблять. Своеобразное слово «паразит» у меня получилось. Надо с ним бороться. За каждое слово «в принципе», не знаю, буду себе давать пощечину. Это слишком жестко. Так, культ-аппарат полетел. Ок. Ой, а у Скелетон Кинга там еще... Так, пошли, хорошо, нарезают Пипе! Да ладно, нет, Пипе, лоу хп еще в одно! Хорошо, догорело! Чена? Да неужели? Посмотрите, Леон пошел гнать Синдерена! Иди сюда, молотком в табло! Точнее, в затылок, тут, наверное, будет более правильно сказать. У Коко здесь небольшие проблемы, если сейчас Cold Feed будет... Ай, нет, не засветили, уходит Чен потихонечку, вроде бы, да, получилось у него это сделать. Леон... Или он на развороте мог бы пытаться, наверное, забрить, но у него нету маны. Просто нету маны, банально. Поэтому пока ничего серьезного не угрожает. Опа, полетел там ульт-аппарат. Хорошо, полетел ульт-аппарат и крип-красава. Ну, я, конечно, уверен, что и без крипа получилось бы добить этого товарища, но Туликс вообще на пятерочку отыграл здесь. Так, кто там у нас... Да, вот Лич с ультом. Странно. Видеть Лича с ультом после массовой драки. Ну да ладно. Дарксир, обратите внимание, до сих пор без алтимейта. Без стены репликантов. Дезолейшн. Кто Дезолейшн? А, это Лишак подобрал себе просто дабл дэмэдж. И поэтому такой буйный. Зизу. Ну тут, в принципе, пропушить очень плохо получится у команды МТВ. Потому что вот два Iron Shell'а, они испепеляют просто крипов. Просто испепеляют. Фризер, тем временем, 1200. Недолго осталось. Я не знаю, будет ли это Мантастайл, будет ли это Диффуза. И то будет... уместным в данной ситуации. Сейчас вот два типа просто залетают в смоке. Сейчас будут убивать здесь Пипе. Пипе, дружание, сейчас отлетит. Нет, не отлетит он. Аккуратно. А, нет, все-таки отлетит. Да, это минус Пипе. И надо сваливать. Ой, Фризер сейчас может стрять. Ой, Фризер попадает, не успевает вернуться от ульты. Интересно, да должен догореть. Я думаю, обязан здесь догореть Фризер. Да, именно так и происходит. Вообще, Туликс красавчик. У него уже мега-килл. Вот Вите нужно брать пример с этого товарища. Он действительно тащит. Ну, тут уже есть армлет. И Леорик сейчас начнет тащить. КВМчик. Пытается насобирать себе на авангуард. Идет к успеху. Вот то, что у Бенцера... А, нет, Бенцер у нас, кстати, почти с БКБ. Осталось 200 голды только до Митрилхаммера. После чего будет достаточно интересно. Точнее, именно после артефакта. Уже собранного полностью, целиком. Ну-ка, давай сеточку тролля. А понимает мощь тролля. Даже гаш на него потратил. Только что Синдерен. Ну и сразу же... Даже пока что рассосались игроки Дигнитас. Нет, есть ТП. Хорошо, вдали ТП делает КВМ. Ульта до сих пор, кстати, нету, обратите внимание. Ну, сейчас можно быковать. Можно очень жестко быковать. И учитывая то, что Леорик сейчас имеет
в своем активе Ultimate, можно очень жестко врываться и на пофиг на самом деле. Пусть они у него все вольют, после чего товарищ просто возьмет и раздаст. Леорик вообще просто чудесный герой. Просто чудесный. Опа. Прилетел. Фига себе, как далеко Пипе Крипа засандалил. Так, а в это время Фризер пропушил Т1 Тауэр в миде. Красавчик. Да, у подмытым уже. Да, Яш есть, все-таки это будет Монтастайл. И... опа, выходит Синдерен. КВМ оцепляют. Но нет, КВМ не пальцем деланный товарищ. Он сразу же кидает на себя Сёрджи и побежал. Пипе тратит ману направо-налево, действительно. Я... зачем мне мана? Я тени с фейзами, и у меня есть ботл. Мана у меня просто бесконечная. Офк. И там, в принципе, еще есть стик с 12 зарядами. И вот вард палит сейчас местоположение Леорика. КВМ стянул. Развел на... аваланч. КВМчик. Да чувствую, сейчас начнется потное сражение. Нет, смотрите. МТВ очка... очка... я не знаю, как назвать. Очканавты, что ли? Ну, просто боятся. Просто боятся идти в драку, несмотря на то, что они пытались создать какую-то агрессию на карте... пойти убить Тауэр. Вот что-то в этом духе. В результате у них ничего не получилось. И сейчас они потеряют свой Т2 Тауэр. Так, да-да-да. Пытаются забрить здесь крипа. Очкодавы. Очкожимы сразу. Пошла куча-куча версий. Руна регенерации лежит, если чё. Да, Бензер уже... БКБ есть? Нет, нету. Там барабаны, кстати, летят сейчас к аппарату, что ли? Да, почти барабаны уже у Ancient Operation. Так, сразу же. Ну, тут вардов нету вражеских, так что Зизу с энтри свой тут напрасно потратил. Ладно, а в миде у нас Блензер благополучно забирал КВМа до тех пор, пока Чен не расчехлился и не потратил свой алтимейт. Поехал, поехал ульт от Туликса. Вот тут дальше бы запустил, убил. Вот Туликс действительно очень жесткий. Очень жесткий, еще раз говорю. Вот Леорик. А, Леорик с форстафом все-таки первым артефактом. Да, неоднократно, кстати, я уже наблюдал Леорика с форстафом. За счет того, что он не самый мобильный герой. Форстаф ему и живучести, конечно, намного больше дает, да, и догонять пацанов намного удобнее, когда ты вообще еле перемещаешься по карте, когда тебя никто не бьет и так далее. Вот рецепт-то есть, армлета, осталось еще докупить маленько артефактов, и все будет хорошо. Человек говорит, какая-то вялая игра, счет 15-19, 22 минута, ну, такое. Давайте драку, 5 на 5. Пора уже, наверное. У Патма, понятное дело, на базу уходит. У Патмы уже есть Монтастайл. Отлично. Ну, торопиться нужно тут только одной команде. Это команде МТВ. Тут, по идее, Тини должен был летать по карте, убивать Леонов. Ну, точнее, не Леонов, я имел в виду там Леорика в начале. Убивать всяких, опять же, Ченов, Личей... потмы и прочую нечисть, а в результате вот что мы имеем. Счет 15-19, преимущество по-прежнему экономическое в пользу команды Radiant, а ниже команда Team Dignitas. Собственно, вот все, что мы можем пока что сказать. Опа, Туликс, сеточку кинули. Пошел колдфит, ульт лича, чайничек, нет, просто ушел в крипов, да, тут сразу же инвиз потмы. Леорик стреет очень жестко, и, скорее всего, это будет минус просто вся шарашка, хотя... да, вот разбили лицо стана. КВМ отлично здесь врывается, Рэвидж залетает, счет Синдерена, КВМ, КВМ, лоу ХП, под Сёрджи пытается убежать, а Леорик умирает, свапает КВМ, а это минус 3, что ли? Да-да-да, друзья, это минус 3, и Патма тут у нас на топе бегает пока...
пытается пропушить линию. Красава Патма. В общем, не получилось равноценного размена. И драки даже более-менее равноценно не получилось. Все, что мы имеем, это вот минус 3. И то не очень, не очень айс. Посмотрим пока крипстатс. И фризер у нас лидер у команды Дигнита. 139 крипов на его счету. 88 крипов у аппарата на счету команды Mortal Teamwork. Вот почему у них не получается хорошо фармить. Обратите внимание на их крипстатс. У них вообще все очень хило. 95 у Леорика. 86 у Дарксира. У них вот по сути даже Чен со своими 49 крипами тут особо сильно не уступает никому. Вот в чем вся соль. Опа, ульт полетел. Да, пытался он попасть во фризера, но фризер перехитрил пацана. Так, кто у нас умирал больше всего? Умирал больше всего вроде бы... Да, КВМ у нас умирал больше всего, 7 раз. Вслед за ним идет Пепе из команды Mortal Teamwork. Ненамного отстал, там всего лишь целых 6 смертей. Будем более драматизировать, наверное, ситуацию, которая у нас сейчас наблюдается на карте. Так, забирает хейст Тини. И в миде, чувствую, сейчас будут пытаться атаковать фризера. Тем более, что у Тини есть дагер. Да, полетел ульт аппарата. Палят фризер. Попадает ульт. Тини блинкнулся, насыпал. Ну, Патма как четко успел это блинкануться. Да уж, не получилось. Где у нас... Да, идут забирать Рошана, судя по всему. Так, все, поехали. Мне нужно чем-то сбить. Да, вот тайт, сразу же cold feed. Начинают подрезать. Не знаю, кстати, что более правильно. Cold feed по тайтхантеру. Или же все-таки, чтобы гаш прошел изначально. Интересная очень теория. Да, у нас подходят потихонечку дигнитасы. Леорика нет ульта, к сожалению. Но вот сейчас для того, чтобы напугать, этого хватит. Да, заряжая тут эрроу. У нас товарищ Фризер. Ой, да ладно, посмотрите, хорошая стяжка. Чайничек пошел, рэвидж от Тайтхантера под хила Чена. Еле-еле живой ли он? Нет, умирает здесь ли он? Wicked Sick. У нас уже Ancient Operation, друзья. Это минус КВМ, скорее всего. Да, его свапнули, пытаются зацепить. Нет, уходит КВМ. Патма очень жестко подрезает. Wicked Sick еще и лишрак есть. Минус Туликс, наконец-то, да, Фризера насыпали. Стана мне немножко не достал. Эру на развороте пытался поймать пацана на том, чтобы тот его догнал. Бензер уже монстр килл. Что они вообще вытворяют? Сколько дэмэджа? Тут без БКБ вообще не разобраться. Тут всем нужно просто БКБ. Вот абсолютно всем. Тут... Так. Патма. Четко вообще все сделал Фризер. Но боюсь, он отсюда уже не уйдет. Или нет? Боже, Патма гоняет просто двоих здесь. Хотя сейчас на развороте, я думаю, Тиник насыпет. Маны, конечно, у него пока нет. А, и ботла нету, так откуда он вообще насыпет? На, и тебе БКБ, всем БКБ, пачаны. Поддерживаю. Просто-напросто плюсую. Catch us if you can. Окей. Так, сейчас, буквально секунду, мне надо для того, чтобы... напрячь Вилата. Roshan has fallen to the ring. Come on!
Radiant's bottom tower is under attack. Да-да-да, вот, все готово. Да тут одолели просто эти баги эксплита, опять же, снова начинает выпендриваться. Ну, если я куда-то пропадаю, вы мне сразу говорите, опа, запинали здесь Леорика. Ульта пока откатывается. Да, пока нет БКБ, у команды Dignitas они особой угрозы не представляют для МТВ. Тут ну, нереальнейший прокаст. Такой огромный урон залетает в считанные секунды. Поэтому тут... Да пайпа есть. У КВМ это уже хорошо. КВМ у нас отбегает. Тени. Насыпал, подкинул. Ну и вроде бы все. У Лича чайничек, кстати, есть. Только первого уровня пока что жалко. КВМ. Опа, чё, Рэвич хороший, могут сейчас КВМа забрить. Да, именно так и делают, забривают КВМа. Леорик еще не появился, Синдерен на лоу хп, но Синдерен весь уже свой потенциал потратил. Чайник полетел, чайник пропадает в Бензере, но Бензер лоу хп. Свапает Бензера, винга погибает, минус Бензер сейчас должен быть. Да, КВМ там просто так иллюзиями лица поразбивал. Тини уже даблкил, пытается уйти, Туликса сейчас набреют. Да, минус Туликс, но Тини делает тп-аут. Слушайте, тут ажиотаж сохраняется, и действительно будет очень интересно зыркнуть Леорик. Леорик 10 тысяч нафармил, почти 15 у Фризера. Да, Фризер вообще фармит просто как бог. Тут 10 с половиной тысяч у нас у Бенсера. Если ГПМ даже посмотреть, у Фейзера, ну такой, средний ГПМ для роуминг, тем более еще более-менее героя, там участвует, бегает по дракам, 483, очень хорошо. Так, и что у нас здесь? Да, вот Патма с БКБ, Патма шарит, Патма в курсе вообще дел. Так, а тут у нас что? Ну тут да, Ancient Operation еще нормально нафармил. Так, стрела полетела. Опа, Леон просто чудеса у воротов показывает нам. Свапает Леона. Гаш! Залетела черепушка. Кстати, есть ульт у товарища Леона. Если сейчас Патма хорошо поразводит, может что-то из этого получится. Нет, попадает! Ну, ультом Туликс попадает, это понятное дело. Тини забирает себе фраг. Ну и теперь погоня небольшая за Патмой. Понимают ребята, что Патма сейчас может сама убежать спокойненько. Опа, все, готово. Почему называют чайником ульт Лича? Потому что это Chain Frost называется. Chain Frost, ну, сокращенно чайник. Ну и все такое. Твой матч перенесли? Зачем его перенесли? По какой причине? Ты замашнил уже их? Да, у нас тут вроде бы... А у нас тут неплохая драка, кстати. Так, говоря о птичках. Синдрен у нас что, с барабанами? Но нужно ему сейчас закупить себе еще зарядик. Вот это аппарат фармит. Вот так вот надо фармить. Лич там стоял, парился. Ну, тут залетает ульт аппарата, и все, минус 3 крипа. Окей. Туру-ру-ту-тун. Кстати, спалили этот вард. Да, там Лич, кажется, помигал. Сказал, что мол... Фризер. Где же наш товарищ Фризер? 3000 уже у Патмы. Где она вообще деньги берет? Непонятно. Дядя из Америки высылает. Вот Чену еще Баганим не помешал. Чен пока достаточно тонкий.
Да, Леорик наконец-то начал собирать себе БКБ, и, возможно, у него даже получится это сделать. Криты по 550 залетают. Но, опять же, сейчас будут всякие бронированные тайтхантеры. Боже, у аппарата брони, только посмотри, 19 армора, там, 53% сокращения физического урона. Это порядочное количество-то, чтобы вы ничего такого не подумали. Да, у аппарата там мека, уже скоро хекс будет. Блин, я чувствую, Туликс тут, конечно, еще сможет зажечь. И вот количество дизейблов просто огромное. О! Стрим, иди давай! ЕГЭ против Квантик! Ну, бас! Фу! Ну, Вилат говорит, фу, дно! Окей, все с ним понятно. Да, с нами еще и фак. Я присоединился, на самом деле. Просто у меня в этот момент была рука занята мышкой. Так, нет, тут все нормально. Что вы меня пугаете? Что Вилат вообще булки расслабил? Да, Слэм? Вообще он не работает. Все, уволить его нафиг. Да, да, вот Слэм у нас тоже умеет кричать. Ты вообще играешь в доту, Слэм? Ну, кто тебя знает? Я же тебе не про линейку спросил, в конце концов. Солитер. Не, солитер плотная тема вообще. Так, кстати, тут сейчас ребята... О, как флоты находят здесь! Фризер начинает прогибать! Нет! БКБ успел включить, Синдерена прессует, чайничек залетел! Есть! Хороший чайник просто! И отличная стена-то, реплика. Обратите внимание, Барбариан. Барбариан лоу хп сваливает. Да пофиг на этого Барбариана, гоните дальше. Бензер промахивается станом. Просто между трех попадает фактически. Минус Бензер. Какой переворот тут команды Дигнитас. Хорош давят. Просто опаснейший, опаснейший момент. Сейчас, секунду, друзья. Ну, они вообще-то уже стартуют. ЕГЭ против Квантик. Ну, блин, тут плотная игра заканчивается потихоньку. Так ты заходи, ты стрим со своего. Блин. Ну, тогда я по айпишнику застримлю ЕГЭ против Квантик. Ну, короче, понятно. Понятно, в общем, Вилата... Да-да-да, я сегодня отдуваюсь за Вилата. И такие звуки ударов, да, глухие такие, как... Ну тут вроде бы получается переворот пока небольшой сделать. У команды Mortal Teamwork сейчас еще и... А Леон такой на развороте думает, чего вы меня к себе на базу отправили? Нет, ребята, я не по этим делам, да, но все-таки три минуса сделали. Хорош. Так. Где у нас тут ребята, ребятушки? Туликс, вот так Туликс фармит крипов. Вот пацан, не, так это еще все фигня. Пацан лич стоит тут в лесу крипов, пинает полдня. Залетает ульт аппарата, минус 3 крипа, и все, отличненько. Лич ушел, обиженный, с кислой рожей, бедолага. Так, в общем, смотрим пока потихоньку. Счет у нас 26 на 38, пока тут немножко отвлекались. Посмотрим экономическую ситуацию. Ну, где-то около 7-6 тысяч преимущества в пользу команды Team Dignitas. И забирает Рошана Mortal Teamwork. Интересный, важный момент. Тут кумбэк на кумбэке. Да. А ничего, что Defense спонсируется Овнедом. И Тоби тебе ноги поломает за Twitch. Так я ведь буду на Овнед стримить, вы чё? Я не хуже вас знаю правила трансляции. Я думаю, многие со мной согласятся. Вот я тебе дам его, вычислишь по IP и поломаешь ему ногу. Ох, тут уж такая веселуха. Там еще с этим Старладером там просто такой алярм на хайграунде у нас происходит. Да, в смысле наверху, в офисе. Так. Да нет, это не Вилат, это Слэм был. Чего?
Тут уже все начинают, да мы ее сейчас поломаем, Вилата. Вилата там придет, скажет, что вы тут наговорили про меня. Да нет, все нормально. Так, Батман, кстати, у нас там с диффузами сейчас идет. Такие волосатые, такие большие. Не, в доте вообще валерьянку просто противопоказано. Я еще молчу про Quake, кстати. Вот Quake, он просто эпичен. Так, ну что, Годрака, в конце концов, Тауэр. Тауэр тут с 3 хп, тут немножко целее, тут вообще фуловый, поэтому, наверное, самое правильное решение будет пойти проатаковать по нижней линии. БКБ Леорику сейчас прилетит, вот наконец-то! 40-я минута, Леорик БКБ, красава, красава Леон. Начинают тут пинать. Где он вообще? А, вот он, мид у нас улетел. Да, все, прилетело ему БКБ. Теперь можно пойти подраться, я думаю. Кираса Утини. Утини очень опасная тема. Не будем никогда про нее... У нее пассивка, на самом деле, очень крутая. И 24% шанса застанется, это очень много. 1,2 секунды в бою. Эта секунда может просто стать решающей. Где у нас здесь... Ага, Бензер у нас с Айгисом в Immortal, да. И скоро у него уже будет Bloodstone. Еще 600 копеек будет Bloodstone. Иллюжин это, конечно, ок. А пойдете... Да, пошли в смоке! Дигнитасы, поехали, поехали! В смоке сейчас будут очень... Ой-ой-ой, ну тут как раз еще, хотя нет, немного кастов потратили, у Тоса КД небольшой, сейчас все-таки заходят по линии. На, Патма Эро должна сейчас заряжать. Так, пока что отходят. Так, спалили двоих, хорошо, но будет ли врыв? Пошла стрела, все разошлись. Стрела была вообще самая беспалевная, которая только может быть. Ну и кто же первый начнет быковать? Ай, не попал, Бенсер! Можно было сейчас, на самом деле, диффуза прокликать и зацепить Бенсера. Тем более, он не такой уж и толстый. 1400 хп. Вот, конечно, БКБ есть, это неприятно, но все же. Итак... Бензер, 400 голды до Бладстоуна. Вот когда появится Бладстоун, конечно, будет понапряжней. Опа, Тини не прощает просто. Но! Хвост отломал пацану. Ну хорошо. Я надеюсь, что у нас игра закончится в ближайшие пару минут, чтобы мы успели еще на... Ай-яй-яй-яй-яй, Коко поймали, идет под хил Мека, ну просто засыпают жестко, есть минус. Чен, кто там дальше нырнул? А Тайтхантер, Ревидж по двоим, ульт аппарата, неужели попадет кого-то? Ай, Лич, минус! КВН ставит стеночку, Патма начинает нарезать, Патма разбивает лицо Винге, Винга сейчас должна будет умирать. Ай, у нее есть Кос Скептер, Леон, под БКБ, давай, дружаня, иди сюда, стежечка хорошая, еще плюшку! Так одному стон, второму удар, иди сюда, Тиника, пошел нарезать, Леон! БКБ сейчас должно будет закончиться. Синдерен отхватывает плюшенцы. Минус Синдерен. Пока что 2-2 размен. Есть 3 в 3 уже размен. Да ладно, посмотрите, что происходит. Леорик просто не прощает. Еще один удар. Нет! Нет! Умирает Леорик. Туликс у нас здесь живой пока. Леорик отлетел. Да, ульт аппарата минус Леорик. Патма здесь. Кстати, ману это утиника нормально, чтобы насыпать. Еще ТП на Тауэр, это минус Бенсер, да. Хорош фраг, Чен забирает себе. Фризер прыгает дальше, да, пытается догнать Тини, но не получится у него из этого ничего. Уходит сюда Туликс. .29.43. Что у нас здесь? Преимущество того же совсем-совсем небольшое. И по айтемам... Даже не по айтемам, по фарму. 22 тысячи у Патмы. Нет, Патма, конечно, фармит круче всех. У команды МТВ Туликс уступил
позицию. Теперь их там трое на отметке 15 тысяч плюс-минус 1000. Да, тут много всего было потрачено. Там байбеки. Просто отспавнились еще пацаны очень быстро. Типа ченов и личей. Из-за того, что у них кулдауны маленькие. Так, а Патма пока отсюда у нас уходит. Патмы 2500 денег на руках. Чем, да, идет в Аганим, понятное дело. КВМ, пай погоним. Как больно будет. Леорик, блин, я как... Представлю просто. Вот просто Леорик. Ну и Тини тоже. Вот просто появляется иллюзия. И так по щам. На. Завози. Да, вот Леорик, конечно, сейчас пустой практически. Ему бы еще что-то не помешало из артефактов. Да либо что вообще. Дезоляторы, МКБ, Тараски, Кирасы. Что угодно вообще. Любой вообще артефакт. Потому что сейчас он... Особо много урона не наносит. Да, он только что хорошо дамажил, потому что на него не обращали внимания изначально. Так, опа, Тини пошел у нас в инвизи сейчас нарезать. Палку же говорили, вроде пофиксили. Почему он до сих пор с палкой из задницы торчащей? Есть ли он? Ой, бедный КВМ. Ну все, это минус КВМ. Хотя, нет, КВМ умирает. Да, ставит стеночку, но умирает. Тине 300 демеджа. Просто 300 демеджа еще и с кирасой. Там минус армор. Боже, как он мощно будет пробивать. Да, еще с ганимом. Не будем про это забывать. Так, насыпал. Хорошо. Брею тут пока пипе. Ну давайте уже погнали драться. 45 минут у нас продолжается эта заруба. Тыц! Просто... Ну, посмотрите, что вообще делает этот Тини. Как его там вначале унижали, но мне кажется, что он сейчас покажет силушку богатырскую. На! Твоих просто! Иди сюда, Тауэр! Не слышал! Тини начинает... Бэш! Кто такой бараки? Вы чё? Да ладно, о боже, какая это имба! Автобан Тини! Айсфрог, ты куда смотришь? 4 удара, нету бараков! Это же просто unbelievable. Так. Куда там? Телепортировали кого-то? Нет, все нормально. На. 4 удара. Ну, 3 удара там с 4-го вышка слегла. Говорят, у него еще айтемов на дамаг нет. Но у него главный айтем на дамаг это аганим. То, что сплэш, рейндж чуть побольше. Опа, пошли в инвизе. Вот это может быть очень крутой маневр. Просветочку заюзали, да ладно. И ни в кого не попадает просветка. Вот он момент истины. Пошел чайник от лича. Только в одного Синдерена попадает сразу же, забирает вингу. Фризер начинает пинать Синдерена под БКБ. Леон, еще один удар есть. Тревич как раз после того, как прошло БКБ у Леорика. Вот это анлак. О мой бог, Зизу ничего не может сделать. Бензер его просто выжигает в соло. Да, это... 1-2 пока что размен в пользу команды Дигнитас. Тулекс ушел Тулекс. Все дома? Нет, не все дома. А, вот теперь уже, да, все улетели домой. Тут только один Тини с Момом. Идите сюда, родные. Вот сейчас будет нормально. Да, Тини у нас тоже уходит к себе домой. Так, и на Рошана пошли. Ай да хорош. Да, иллюзия Тини. А ну, давай. А, тут же можно, чтобы только они танковали. Да. Видели, когда иллюзия начинает бить Рошана, она сразу же исчезает. Ну да, все правильно. Айс Вортекс видит Тулекс, ну, собственно, его команда, что начинает Леорик убивать Рошана. Но пока нету Тайтхантера, по сути, ничего сделать не получится. Но вот опять же, Леон, обратите внимание, вот он что бьет, что не бьет. Там основной урон наносит, безусловно, Фризер. Да, минус Рошан. Ох, сейчас будут Леорика вообще пинать 2 дня. Ультапарат не попадает. А мог постараться, наверное, что-то вычудить жестко. Ой, Леон еще и в инвизе у нас сейчас.
Так, ну датчан-то я постримлю. Вот сейчас закончится эта встреча, тем более там пока идут пики-баны, это еще минут 5. Я потом, когда буду щемиться, я уверен, что там будет сервак полностью занят. Надо будет попросить кого-то, чтобы линули. Так что если у вас есть такое желание, можете зарезервировать, что ли, слот мне в игре датской в апсах. Ну, в смысле, через айпишник. Ну и потом, по моей просьбе, выйдите. Я буду весьма признателен вам, если у вас, конечно же, есть такая возможность. Тут, я думаю, успеют доиграть к тому моменту, как там допикают. Просто не хочется упускать такие игры. Так, Туликс, Туликс с Хиксом. Да, Вингагус, Скептор, Бенсер. Бладстоун и... Ой, уже и Плейтмейл есть. Очень серьезно. Да, спрашивают, почему слэм в арене. Он тут работает с недавних пор. С чем мы, собственно, его и поздравляем. Так, у Лёрика, кстати, сыр. Айгису Патмы. Ой, ну Патму, если, кстати, не зафокусят, она убьет всех. Патма. Это так, для справочки. Там Монта, там почти 300 урона. Но опять же, учитывая то, что это рейндж-герой, она просто не простит ни Лишрака, хотя Лишрак там вроде очень плотный, 1999, блатной Лишрак. Рестрим, Тоби, какие траблы, какой рестрим, вы чё, если можно посмотреть по айпишнику. Так, идут в атаку сейчас ребята из Dignitas. Пошли-ка нарезать. Хорошо, ставит стену реплик. Да, его сейчас будут так просто отправлять, пацаны. Ой-ой-ой-ой, как больно-то иллюзии там пробиваю. Да, посмотрите, Тауэр уже почти упал. Промахивается по фризеру здесь. Старпол стягивает. Ай, получилось ведь сделать, да, иллюзию Тинника. Нормально, кстати, подрезает. Нет, минус все иллюзии. Пошел под хил, фризер на лоу хп. Свапает, свапает здесь Леона. Леон даже сыр не успеет юзнуть. Просто... разобрали, пацан даже упасть не успел, делали минус, Леон, да, юзает БКБ, сыр пошел нарезать, Тини, какой там Тини, вы че, Тини просто ему с кулачины в табло тресть, булыжником лицо разбил, КВМ, КВМ тоже очень битый, минус КВМ, давайте сейчас просто Тини будет нырять дальше, да иди сюда, минус Патма, Айгисов Иммортал, не... Не знаем такого. Ой, не получилось немножко застанить. Патма ударилась об пассивку Тинника. Это минус Патма. Да такой лол просто. Она только появилась, она на автоатаке, типа, ударила Тинника и ударилась об него пассивка. Я так понимаю. Да. Очень жестко. Так бы она, может, там еще, может, липнуться успела. И не знаю, что там она могла успеть сделать. Но это все, это ГГ, короче. Давайте тогда мы сейчас поздравляем команду Dignitas. Точнее, не Dignitas, а мТв. Бла-бла-бла. Но так как у нас Б3, вторую игру мы не посмотрим. Я сейчас пытаюсь подключиться к игре датских коллективов. Да, остановлю пока запись.